Дорогие друзья, наша жизнь – череда потерь и лишений. В каждый ее период, приобретая что-то новое, мы теряем старое. Никому из нас не суждено избежать, как приближения конца собственной жизни, так и смерти тех, кто окружает нас. Вот и на этот раз большая утрата. Несколько минут назад сообщили о смерти известного телеведущего. Как сообщают СМИ, полиция нашла его тело в гостинице. Борис Вячеславович Корчевников – российский актер, журналист и телеведущий. Известен зрителям как один из центральных героев сериала «Кадетство» и ведущий передачи «Прямой эфир», откуда он ушел в начале 2017 года. В сентябре того же года СМИ сообщили о скором запуске в эфир России один новой авторской программы Бориса Корчевникова. Шоу под названием «Судьба человека» посвящено удивительным историям интересных людей. Подробности смерти уточняются. Друзья, давайте поставим палец вверх под видео в знак памяти известного телеведущего. Здоровья вам и вашим близким!